Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня я вам покажу обновление программы Toolbox для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, друзья, данная программа представляет собой набор разных читов, которые вы можете использовать как в одиночной игре, так и сетевой. Да, Крипер? Я же правильно все сказал. Ну и, собственно, друзья, во-первых, чтобы попасть в данное меню, вам нужно просто залезть в инвентарь. Вот у нас появляется такое довольно интересное менюшка, с которым, наверное, уже многие знакомы. Ну, чтобы кнопочка, определенная нужная кнопочка у вас появлялась уже в начале игры, вы, друзья, просто нажмите «Показывать кнопку в игре». Вот. Ну и, собственно, теперь у вас будет кнопка M. Нажимаем, и вуаля, друзья, у нас открывается то, что нам надо. Собственно, если не ошибаюсь, сейчас я включил погоду. Да, лучше ее выключить. Что ж, давайте начнем с самого начала. Во-первых, режим игры. Вы можете его поменять. Измерение, телепортироваться в ад или в эндермир. Полет, прохождение через блоки. Очень полезная функция жизни. Давайте, кстати, посмотрим прохождение через блоки. Место спавна можно изменить. Скорость игры. Извиняюсь за черный экран. Кстати, скорость игры мы уже с вами тестили и смотрели, как это влияет на наш Майнкрафт. А влияло это довольно прикольно. Ну, по идее, друзья, это самая стандартная функция. Самое главное, это вот здесь. Вы можете включать встроенные моды и устанавливать сюда свои. Собственно, во-первых, Трекапитер — это такой мод, позволяющий нам быстро срубить дерево. Чоф Дамага Индикаторс. То есть будет показывать урон, друзья. Давайте посмотрим даже на это. Найдем нашего мистера Крипера. И, собственно, вот как видите, урон наносится и все показывается. Что касается прохождения через блоки, давайте посмотрим. Вот, друзья, мы отлично проходим с вами через блоки. Ну, будьте осторожны. Багов, конечно, здесь пока что вроде нет, но ладно. Мистер Зомби, мистер Крипер. Ну, собственно, друзья, вот такая довольно полезная программка была у нас сегодня на обзоре. И вместе с нами сегодня был зеленый большой мистер Крипер. Ну, собственно, если вам понравился обзор данного аддона, данной программы, обязательно ставьте лойсы и не забывайте подписываться на канал. Ну, а на этом все, друзья. Собственно, увидимся в следующих видео.